Утренний кофе в эфире. Продолжаем, дорогие друзья, будить вас хорошими новостями, хорошими проектами, музыкальными в том числе. У нас, можно так сказать, сейчас будет премьера некого проекта. Представляем наших гостей. Аника Рэй, фронтвумен проекта «Вокал». Доброе утро. Доброе утро. Мак Камбер, вокал из Лос-Анджелеса. Доброе утро. Доброе утро. А также Алексей Павличенко, он же Мега Матрикс, дрампад и битмейкер. Что такое расскажет, я думаю, означает. И представьте, что за, сейчас я правильно сказал, премьера будет, да, у вас некое такое выступление еще на публике коллектива, не состоялось. Коллектива, да, вот это вот, да, создание. У нас сегодня премьера нашей песни. Мы втроем, нас познакомил всех вместе Костя Демиденко, наш менеджер. Мой друг по совместительству, и мы решили, обратилась к ним с такой, так скажем, идеей, говорю, давайте совместный проект музыкальный сделаем, они согласились, и в течение 2-3 месяцев у нас делалась песня, и как бы мы вот так и объединились, скажем так, но это дальше мы будем совместно также работать, и это пока премьера, первая, у нас первая песня. Ну давайте услышим ее. Давайте, да. So what? Check, check, one. Yes. Trailer park with a panoramic view, ocean star. Dragging myself over chap line, cherish with the pleasure of expensive wine. Expensive wine. Making a way to the subway, cruising in the dimes on a train. Dimes on a train. Chipping myself forward fashion, bragging myself our new collection. Holding down a moment, don't drive illusion. Define your mind, ground to fusion. Holding down a moment, don't drive illusion. Define your mind, ground to fusion. Holding down a moment, don't drive illusion. Define your mind, ground to fusion. Holding down a moment, don't drive illusion. Define your mind, ground to fusion. Life ain't easy, subject to twitch. The cool deal lives in a corner, life is a bitch. People being emphatic about a state of black war. Giving a microphone, hanging a banging like a heart stone. Hypothesis, metamorphosis, intenuating Shanghai proxies. Chaotic seances, disguised by slim senses. Thinking wide, kicking by, checking the thing and amplifying the world. Ain't gonna bend the dude, don't sleep by the whole little truth. Yo, where we go? Here's the start. Again, the battle reflection on me is a hand. With thy hands out, waiting commotion. I spill my tears from intense emotion. Fighting is a flirt all about it. All about a sweat. Seeking pure intensity, love tag. Love tag, yo. Life ain't about snitch. Life ain't about snitch. Turning picture by a switch. Holding on a moment, don't drive illusions. Define your mind, ground to fusion. Holding on a moment, don't drive illusions. Define your mind, ground to fusion. Holding on a moment, don't drive illusions. Don't drive illusions. Define your mind, ground to fusion. Metamorphosis, intenuating Shanghai proxies. Hypothesis, metamorphosis, intenuating Shanghai proxies. Hypothesis, metamorphosis, intenuating Shanghai proxies. Hypothesis, metamorphosis, intenuating Shanghai proxies. Shh.
Коллектив творческих личностей здесь в гостях, примеры песни. Так, ну давайте, мне, наверное, вопрос мне, будет да, в первую очередь здесь, Алексей. К Алексею. Это что за инструмент получается такой у нас? Это обычное приложение DrumPad. Нет, это DrumPad машина у нас приложение. Здесь она, получается, создает музыку. Разбито все на сэмплы. Ну вот, фактически, вот звуки они идут у нас здесь. То, что вот сейчас мы слышали в данный момент. Вот, я записал трек, и вот мы придумали, соответственно, песню. То есть каждый может скачать это приложение бесплатно и играть, и создавать музыку. Ну, а вообще, в принципе, вот стиль, направление вот вашего творчества, как можно характеризовать, куда это больше относится? Знаете, у нас, в принципе, смешанный стиль, потому что там присутствует и рок, и трап, и электро. То есть мы решили совместить несколько стилей, чтобы было интересно. Ну, просто попробовать новое. Потому что само предложение очень интересное, и сэмплы очень классные. И мы решили, что надо что-то совместить, попробовать. В голове была идея, что можно гитару добавить. Но мы не знали, на самом деле, как это выйдет. Но и в итоге, когда мы все-таки начали уже работать с гитаристом, и все получилось так, как мы хотели. Даже лучше. Ну, а каждый из вас, ну, в этом смысле, в плане музыки, вокала, как для вас это хобби, там, не знаю, или это стилеобразующая и важная часть вашей жизни? Ну, лично для меня, как для вокалиста, это, наверное... Ну, я всю жизнь этим занимаюсь. Я 6 лет на сцене, у меня 2 музыкальных образования. И я не могу от этого отказаться, потому что это душевная, наверное, как знаете, зависимость, скажем так. Ну, наверное, был такой порыв, поэтому проэкспериментировать и посмотреть, попробовать что-то новое. Я русский плохо знаю, но я могу попробовать. Я, ну, вообще я работаю как профессор английский язык, но музыка это как, я как просто обожаю, ну, так, если это правильное слово. Okay, я сам вокалист, занимаю рэп. Мне уже, когда я начинал читать рэп, я был, как, может быть, 12 лет. Ну, потом мы встречались с Костя, Welcome back, Rick's Rock and Roll. потом Алекс мне сказал, Мак, это трек, давай мы готовим что-нибудь новое. Встречалась Аня, и мы просто подумали, давай мы пишем за текст. И это, ну, у нас получилось классно. Да, я уверен, получилось. Ну, я надеюсь, что вам и всех понравилось. Нам очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Спасибо вам, удачи. Ну и ждем с очередным треком. Спасибо. Ну и с наступающим вас мы уже, конечно же, поздравляем.